хлябчик. Смотри, що ми тобі купили. Диви, яке класне. Бачиш? Тут таке вкусненькое всяко. Давай сразу попробуем. Смотри, какая красота. Видела? На. Ух ты, они длинненькие какие-то. Видишь? Разницу видишь, лапчик? С курицей квадратненькие, а с лососем длинненькие. Поняла? На, пробуй. Ну, на сайте шиншилки в очередной раз по хорошему предложению мы купили еще и такой корм с лососем. Для чувствительной кожи сказано. И для чувствительного... Нет, с высоким содержанием лосося для чувствительной кожи. Для собак мелких пород и карликов. Пахнет, пахнет, лапчик. Как пахнет. Козимне вкусно. И пахнет. Еще и красота. Хорошая упаковка, как всегда, на высоте. Зип-замочек. Шумящая сильно. Извините за звук. Сроки годности в порядке. Ну, вот. Собака оценила. Так что всем рекомендую.